Golden Eagle на площадке. В воротах Игорь Трушкин. Но, тем не менее, продолжается атака хозяев. Емельянов сбрасывает под удар Адамову. Гол! Третья минута матча. Роман Адамов открывает счет. Ну, давайте еще раз полюбуемся этим моментом. Вот сброс. И рикошетом, видимо, было защитника. Аут будет вводить Golden Eagle. Адамов. Вау! Ну что сказать. Дубль оформляет сегодняшний матч Роман Адамов. Вот так вот. Получите, распишитесь. И еще раз давайте с другой камеры. Ты дыщ. Передача в центр. И что, получится? Получается. Хет-трик оформляет Роман. Давайте еще раз посмотрим. Ошибаются. В атаке. А мы на этом прощаемся.